Thank you.
невероятно мощный павильон Ганы, которая, если мне не изменяет память, в этом году участвует в Биеннале впервые. Крутейшее трехканальное видео, на котором исторические кадры, люди, природа, жизнь, все перемешано и так очень здорово перемешано. Стихийные бедствия, миграция животных, миграция людей. Все это выстроено так прямо, аж захватывает дух, честно говоря. Дизайн павильона потрясающий. Чем-то напоминает белый город Кабакова, который был показан в Париже. Но здесь все совсем по-другому. То есть ты тоже гуляешь в таком лабиринте, но этот лабиринт наполнен живописью, инсталляциями. Также здесь есть работа художника, имя которого я забыл, но он тоже был в Пинчуке. Вот он такими высокие инсталляции делает из таких бытовых объектов. Вот тут я вижу, по-моему, это чертежи, карты. В Пинчуке он делал такие, как бы, что ли, ящики, выстраивал их в высокую такую структуру, и там была обувь, фотографии. В общем, Гане респект. Ребята, дебют классный. Невероятно атмосферный павильон. Повторюсь. А, там еще одна комната с видео. С ума сойти. Еще одно видео. Еще одна трехканальная инсталляция. Венецианской биеннале секрет успеха – это масштаб. Чем больше, чем ярче, тем меньше шансов, что зритель пропустит. А, хорошо, я сейчас это тоже возьму. А чьей страны это павильон, ты не знаешь? Да ладно, будь покойный. Это все Гана? Ни хрена себе, вот это у них, блин, ввалили они. Просто, что называется, на убой. Очень красивый павильон. Причем он типа разнообразный такой. Очень крутые, очень крутые. Да, ну и к слову, раз мы уже заметили, насколько это огромный труд. Вот это огромная инсталляция, которая сделана вручную. Каждый кусочек приделан друг к другу там тремя-четырьмя металлическими скобами. Просто даже вдуматься о транспортировке подобной работы захватывает дух, ну реально. Гана тупо рвет, чемпионы.